Планетарий построят в Чебоксарах. Сегодня на еженедельном заседании в Доме правительства снова обсуждали вопрос его появления. Министерство культуры республики предложило альтернативный вариант усилить мемориальный комплекс Андриана Николаева в Шоршевах. По подсчетам министра культуры Константина Яковлева, сметная стоимость проекта на малой родине космонавта номер 3 вместе с оборудованием составит около 300 миллионов рублей. Реконструкция детского парка имени Андриана Николаева в Чебоксарах обойдется дороже. Однако проходимость трехэтажного многофункционального комплекса в столице республики будет выше. В школах учится больше 50 тысяч человек, будет возможность проводить уроки астрономии и у ребят из районов. Здесь планируют разместить 18 интерактивных площадок, обсерваторию, кинолекционный зал и кафе. Планетарий может стать еще одним чебоксарским туристическим брендом. К тому же и дочь легендарного космонавта Андриана Николаева Алена, и ее прославленная мама Валентина Терешкова выступают за то, чтобы новый планетарий появился именно в детском парке Чебоксар. Мы его не активизировали, потому что понимали, что нет средств, а изначально же мы планировали его включить в программу 550-летия и привлечь федеральные средства. Но так как по программе финансирования нет, поэтому мы активность, может быть, здесь снизили. Но сейчас готовы еще раз включиться, просмотреть, выйти на нужную сумму, скорректировать, потому что, как уже обозначали, здесь 275 миллионов рублей у нас заложено на оборудование. Там, конечно, его можно координировать, менять, что-то оставить, что-то добавить. В целом мы планируем, что в январе экспертизу получим.